Ну, оккупанты, давайте назовем их так, они российские солдаты. Безусловно, но о них связаны руки. Угу. Да, у оккупантов порой связывают руки и ноги. Мы российских солдат, я вот за грузинский легион вам говорю сейчас, мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем, так же, как и кадыровцев. Ни одного человека в плен не попадет.